Иван Федорович Буторов, руководитель Санкт-Петербургской региональной благотворительной общественной организации «Волонтерская служба». Иван Федорович, добрый день. Необходим ли, на ваш взгляд, такой закон? Да, здравствуйте, Наталья. Значит, моя позиция по этому вопросу такая. Я считаю, что не нужен закон о волонтерах по нескольким причинам. Первая причина – это то, что с появлением этого закона появляется много бюрократии, да, появляются лишние бумажки, нужно будет вести реестр. Я считаю, что это, скажем так, усложнить приток волонтеров. То есть стать волонтером станет немножко сложнее, и это нехорошо. А второй важный пункт – это относительно ответственности. Да? То есть если раньше волонтеры, они, скажем так, стихийно самоорганизовывались, да, и с ними больше работали общественные организации, то теперь волонтер должен быть привязан к каждой конкретной организации, и там тоже включаются определенные документы, определенный документооборот. Если этого не происходит, то организация, насколько я понимаю, несет какую-то ответственность. Я считаю, что это тоже очень плохо. И третий важный момент, то, что в законе очень сильно прописана роль государства. То есть государство регулирует все вещи относительно волонтерства. Там написано то, что организатор волонтерской деятельности – это какие-то муниципалитеты, это какие-то органы местного самоуправления, и только потом организации. Общественные организации, благотворительные организации. Хотя на текущий момент, если посмотреть вот на опыт, накопившийся вот уже за последние 20 лет, то именно общественные благотворительные организации лучше всех работают с волонтерами. И их опыт, и опыт вообще самих волонтеров на текущий момент в этом законе не учтен. То есть государство берет на себя какую-то большую роль, в которой оно совершенно некомпетентно. Вот так.